Всем доброе зимнее утро. У нас уже такая зима, почти без снега. Потепление, здесь всегда ветерок дует, как-то холоднее, хотя по месту расположения от моего города это южнее. Это тот фиксер-аппер, это тот дом, который я обещала вчера показать. Это то, куда мы покупали кухонные шкафы. Это над чем мы работаем с прошлой весны. Я сейчас вам покажу немножко тур. Уже, конечно, здесь много сделано. И я сейчас покажу дом на том этапе, который он сейчас находится. Здесь были две ели, мы их срубали. Срубали, спалили. Там у нас костер такой. Тут получается дом, на одном лате, на одной территории, квадрате. А здесь вот получается вторая территория. Тут видно, когда-то тоже был дом. Может быть и не было, но я думаю, что что-то было, потому что два лата продавалось. Такой сарай-гараж идет. Старое-старое дерево. Мы все тут косили, убирали, дом был заброшенный. Тут даже есть помпа. Вода качается. Она немножко, конечно, какая-то оранжевая. Ну, руки помыть, какие-то инструменты. Тут тоже люди, наверное, держали какую-то скотину. Или курей, или кроликов. Клетки были, куры были. Я не знаю, что тут было. Тут, наверное, сантиметров 10 грязи было. Мы все выносили. Это, конечно, все будет краситься, делаться. Сделали вот новые гаражные двери. Муж с двоюродным братом сделали. Окошко вставили. Если бы я еще могла открыть эти ворота. Гараж тут в хорошем состоянии. Просто что снаружи он немножко жизнь его подбила. Рядом идет железная дорога. Но поезд ходит редко. Вот там через дорогу видно коричневое такое здание, кирпичное и металлическое. Это молочный завод у нас. Город называется Алвертон. Проезжаем через мой город, через Шеритон. Потом Коридон, город небольшой. Главное не моргнуть тоже. И потом Алвертон. А то гараж такой напротив, это там Lumber Yard. Или как тоже строительный местный магазин небольшой. Вот такой гараж тоже. Тут мы слаживаем пока наши строительные материалы. Что нужно, что не нужно. Сухенький, высокий, хороший такой. Вот старые окна повытаскивали, потому что все окна поменяли. Сразу разница чувствуется, когда окна поменяли. Ступеньки это мой брат уже родной с мужем делали, потому что не было ступенек. Заскакивали то на ведро, то на камешек. Такой коридорчик навесик. Там когда-то дверь была, но дверь есть, я имею в виду, когда-то был заход, но уже нет ни ступенек, ничего. Вход в подвал снаружи. Тут, получается, муж мой сделал новую дверь. Ручку я покрасила. И можно снаружи заходить в подвал. Вот. Вот, получается, сарай. С этой стороны. Сарай-гараж. Это, конечно, все надо будет подбивать, подделывать. Короче, чем дешевле дом, тем больше работы. Тут тоже жили какие-то... Какая-то скотина жила непонятная. Куры. Куры. Я вспомнила. И косточки, конечно, были от них, и перья, и тут все. Я ломала, крошила, выгребала. Аж до асфальта. Что тут землю заносили. Я не знаю, что они здесь делают. В общем, когда нет хозяина, то и такой порядок, конечно, в доме. Дом хороший. Вот, два этажа, подвал. Я сейчас вам все покажу. Надо было электричество по новой проводить, потому что когда люди перестали платить, кто тут жил, неизвестно. Вот, бывает, дом никто не живет, появляются какие-то квартиранты, потом квартиранты не платят, потом начинают жить уже,
на последних, как говорится, ногах. Вот, все окна красили. Верх мы не красили, у нас нету лесов. Нижнее я красила с мужем, тут красила. Вот, тут старое дерево когда-то было, но это не мы его пиляли. Много было камней вокруг. Кто наносил камни, я не знаю. Делали этот, как называется, палисадники такие маленькие. О, дождь залил, видно немножко. Дверь мы уже ставили. Коридорчик такой, тоже надо его отделывать. Вот, это сюда заходишь, у нас тут будет ландри. Тут в углу, это стиралка, сушилка будет здесь стоять. Окно поменяли. Здесь окно это было, как у нас говорят, евроокно. А вот эта стенка такая выступает, я потом с другой стороны покажу. Это мы ее сюда вытянули, как говорится, врезались в эту комнату, потому что вот с этой стороны было, заходишь, и была такая дверь, там был туалет, унитаз, умывальник, что даже развернуться нельзя. О, уже дверь поставили. Я бывает, когда на работе не могу прийти, посмотреть. Классно. Дверька стоит в подвал. Вот туда подвал. Подвал я вам потом покажу, самым последним. Вот мы заходим. Это, конечно, все новые стены. Тут все утеплено. Люстры вешали, стены новые ставили, драйвол. Вот эти шкафы. Уже два установленных, плита, это уже установлено, и будут вешать вот эти. Вот это уже в Home Depot так купили в тот раз, с умывальниками шло, и каунтертап, а, каунтертап отдельно шел, да. Это такая кухня, такое красивое окно, bay window называется. Вот такая арка, здесь вообще была кухня, находилась. Вот так вот заходишь, вот такая была, как, не знаю, пристройка, чешу, какая-то стенка такая, и вот так вот, вот так была, стояла вот сюда, вот тут был умывальник посредине кухни, вот, а мы его перенесем туда, и это не дверь будет теперь, а окошко, потому что там смысла нету ту дверь пользоваться, есть в той верандочке дверь. Это заходишь, как у нас называется, зал. Вот. Отопление тут хорошо работает на первом этаже. Ну, так как дом старый, на втором этаже его нет. Там только вот здесь вот, получается, дует с пола. И шла наверх такая металлическая труба, и аж туда надо пробить. Тогда она дует в одну комнату. Красивый такой дом. Вот это все здесь было, оригинально. Дверь мы тоже снимали, красили. Выходишь, вот получается, на веранду, на порч. Это тоже была такая веранда страшненькая, но как только мы ее покрасили, она, конечно, сразу преобразилась. Есть люди, которые не красят дерево, и оно, конечно, не сохраняется долго, а так... Когда покрасишь, то оно, конечно, дольше сохраняется, дольше стоит. Вот. Такое вот верандочка. И вот заходим в дом. Это мы одно окно оставили оригинальное. Ничего с ним не делали. Красивое окошко. А сюда заходишь, вот это... Туалет здесь был. Сейчас включу свет. Получается, заходишь, и все, вот здесь вот где-то кончалась стенка. Мы эту стенку выломали туда, увеличили. Получается, этот туалет увеличили. Унитаз. Будет здесь стоять. Здесь и стоял унитаз. Тут такой склон идет. Поставили раковину. Вот. Плитка здесь будет лежать. Новый пламень. Сантехнику муж поставил. Свет, естественно, прикрутили. Теперь можно здесь, как говорится, хоть развернуться. Там в углу можно сделать, кто в будущем захочет, даже душ поставить.
Если же кто купит, могут уже добавлять, что хотят. Вот, поднимаемся на второй этаж. Я сказала, что эти лакированные перила трогать не будем, помыть их просто, а так и оставить. Они красивые, люди захотят, покрасят, и захотят, так и оставят. Вот все у нас евроокна. Такая вот тут площадочка. Вот. Это как американцы бывают в уголку. Делают офис какой-то. Тут можно поставить стол, стул. Или какая-то игровая зона для детей. Вот. Здесь идут две комнаты. Одна комната, вторая. Здесь идет такая большая ванна-туалет. Тоже все лакированное, деревянное. Два шкафа получается таких, ванна. И такой шкаф, может быть, для постельного. Вот тоже окно и унитаз за такой перегородкой получается. Это все надо будет мыть, что-то красить. Вот, деревянные двери везде лакированные, окна вставленные. Не знаю, кто тут жил, тут были окна заклеенные клеенкой, тряпками заклеенные. Степлером забитые какие-то. Вот говорила, отопление идет. Надо пробить туда. И такая вот дуйка. Вот. Что тут за детская комната была, неизвестно. Тут, конечно, эти шкафы страшненькие. Клазеты. Ну, это все надо будет делать. Пол паркетный, конечно, красивый. Но мы думали, возможно, мы кинем ламинат. Тут кто-то взял, покрасил пол. Тут тоже красили пол. Тут еще одна комната побольше. Что тут за люди жили, не знаю. Какие-то не очень хорошие, наверное. Пеной задували все щели, которые только могли. Вот. Тут в подвале идет... С подвала идет такая вот камин, труба, но там внизу никто не топил его. Эту печку, я вам покажу ее снизу. Вот два таких окна здесь в комнате. Вид такой. Конечно, как я уже говорила, весной очень все красиво, зелено. Тут у нас немножко страшновато. Но это тоже все поправимо. И на чердак идет. Чердак сухой. Крыша не течет, самое главное. Это все надо еще будет мыть. И спускаемся вниз опять. Ну, городок хотя и маленький, мало людей, но спрос есть. Есть, мы живем, получается, этот городок где-то, может быть, сколько до Миссури, до Борда? 7 миль до границы с Миссури уже. Штат Миссури здесь рядом. Многие люди сюда ездят, сюда и еще дальше в Коридон, что я говорила. Там у нас есть завод, делает аккумуляторы, есть больница у нас. А в этом городке у нас есть железнодорожники и что у нас есть еще, я говорила, молочный завод. И много людей сюда ездят. Так что, я думаю, будут желающие, если что, сюда переехать, купить дом. Вот такой подвал. Тут, конечно, много рассказывают, но тут были... Вот там в углу была перегородка, какой-то угол. Я не знаю, какой-то как кладовка была уже мокрая, вся непонятная. Здесь тоже какие-то полочки были, земля была на полу. Я не знаю, почему, откуда землю наносили. Вот котел стоит, хотя старенький, но тоже хорошо очень работает. А подключили нам американские мастера. Надо было вызывать и газовую компанию, и электрокомпанию. А вот одно из окон. Вот это, что я говорила, окна в Home Depot.
24 на 24 я вчера показывала, $79 в Home Depot. Не в Home Depot, а в Menards $79. А здесь, это окно в Home Depot мы купили за 45 с копейками. Здесь тоже непонятно, была какая-то перегородка, вот этот весь угол был, как тоже какая-то каморка. Но это все было подгнившее, старое, мы это все поломали и, получается, открыли полностью весь подвал. Здесь все выдалбливали, вот новая стяжка, и заливали бетоном. Здесь один знакомый тоже, нанимали его, проводил электричество. Надо было проводить электричество, потому что здесь была старая система какая-то, пробки были старые. Надо было все по-новому сделать. Вот эта дверь, которая она наружу идет по ступенькам и наверх. Вот тут у нас вода идет горячая, холодная. И вот такое вот. Вот эта печка. Видно, ее когда-то топили. Но сейчас уже она закрыта. Не знаю, кто будет новый хозяин, захочет топить или нет. А здесь водяной котел, газовый котел. Все хорошо работает. Вот такие у нас стройки. Так что, кому интересно, можете следить за нашим прогрессом. Если есть вопросы, задавайте вопросы. Та труба тоже зашьется деревом. Уже не дождемся, когда закончим этот объект. Окей, всем пока-пока.